Спустя несколько лет брака я поняла, что мы с мужем вообще не подходим друг другу. Просто разные люди, как оказалось. Особенно хорошо я это ощутила во время беременности. Мне постоянно жарко, я постоянно открываю окно. В то время, как ему, блин, постоянно холодно. Вот даже когда на улице минус 20 за окном, я открываю окно, чтобы проветрить и впустить свежего воздуха. Мой муж в это время лежит под тремя одеялами и тихонечко там что-то себе, блин, закрою окно, я сказал. Я закрываю это окно, ложусь в холодненькую кроватку. А может, это красавчик? Времени зря не теряет, возможности не упускает. К жопе моей прижмется и греется. Вот можете мне не верить, но это будет поводом для развода. А в ЗАГСе она скажет, что не сошлись характерами. 100%.